Что касается Сербии, надо серьезно изучить тут и наши проколы, и Министерство иностранных дел. Может, и передержали там послание по определенным причинам. Надо разобраться в той политике, которую Сербия проводит и желает проводить в отношении Беларуси. Если они хотят, значит, должен быть результат в торгово-экономическом отношении. Если они хотят вилять хвостом, грубо говоря, и поддерживать европейско-американские санкции против Беларуси, ну, это их работа, пускай определяются и поддерживают. Если они забыли то добро, с которым мы шли к ним. Но мы выходим еще на одну проблему, о чем я говорил. Если Запад и Америка не хотят с нами сотрудничать, ну хорошо. Будем сторожить свои там посольства, где это надо. А основных дипломатов мы должны перебросить на те направления, где мы видим движение. У нас по многим странам есть движение. Мы сотрудничаем со многими странами. Надо их усиливать. Это будет касаться и Сербии. Просто вам надо политически там разобраться, чего они хотят. Одно дело заявлять, а делать совершенно иное. Такая политика никому не нужна.